Друзья, всем привет! Я постепенно возвращаюсь, хотя не знаю, куда возвращаться, потому что ходят слухи, что YouTube закроют. Буквально там 1, по-моему, 1 октября или 1 ноября в России будет какой-то закон принят, и что-то, в общем, грядут какие-то изменения. Вот, так что не знаю, куда я возвращаюсь, но будет ли вообще все то, ради чего мы тут с вами собрались. И, ну, обидно будет, что столько потрачено сил, времени, да, то есть я, например, вообще, ну, как вы знаете, может быть, может, кто не знает, у меня нет монетизации, я не преследую эту цель монетизировать канал, я снимаю для себя, для своего удовольствия, для друзей, для тех, кто следит за моим миром, за моей жизнью, за моим хобби, то вот для этих людей и для себя какая-то память, свои какие-то мысли, впечатления, для этого и снимаю. И мне совершенно не нужна монетизация, и просто будет обидно, если все это исчезнет. Столько информации, воспоминаний. Вот, в общем, я хотела сказать, что я возвращаюсь, я более-менее прихожу в себя. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, сочувствовал. Мне очень это важно, очень ценно, ваша поддержка. И, ну, я это ценю. Спасибо огромное, кто поддерживал словами, кто-то поддерживал монеткой. Отдельное спасибо даже тем, кто смотрел, ставил лайки, но ничего не писал, тоже огромное спасибо. Кстати, по статистике я посмотрела своего канала, что меня смотрят в основном женщины, женская категория. И вот я хочу такой маленький опросик провести. Вот здесь вот в уголке будет опросик, но также, то есть можно в этом опросике ответить, а можно с помощью лайка либо дизлайка. Соответственно, вопрос такой: если вы женщина, то ставьте лайк. Если вы мужчина, который меня смотрит, то ставьте дизлайк. Просто интересно почитать, действительно ли меня смотрят только женщины, или есть и мужчины тоже. Вот. В общем, такие дела. Буду постепенно возвращаться, потому что соскучилась, и все-таки съемки видео, да, каких-то тематик меня немножко отвлекают от повседневности, от каких-то грустных мыслей. Ну, в общем, отвлекают немножко. И работа тоже, вот я просто не знала, как выйти на работу, но вышла и нормально, в принципе, работа тоже отвлекает. Перестаешь думать о чем-то таком негативном, вот. И еще также, ну, я думаю, что кто в Инстаграме подписан, вот тут вставлю ссылочку. Не ссылочку, как меня найти. Кто не знает, подписывайтесь. Там информации гораздо больше в последнее время появляется. И, может быть, кто подписан, знает, что у меня сейчас очень много всяких обзоров. Каких-то, знаете, прям попёрло. Вот именно тогда, когда я решила сделать небольшой перерыв во всем этом, прям попёрло. И буквально каждый день мне там звонят курьеры и говорят: вы можете принять посылку? Вот, и, в общем, мне присылали от Ифраше довольно дорогой комплект. Тоже в Инстаграме у меня есть отзыв. И сейчас вот отель Сеф прислали комплексный уход за волосами, тоже довольно-таки, я бы не сказала, что он дешевый, но целый комплексный уход из 4 средств
Абсолютно бесплатно. Вот. Но, естественно, я должна отзыв свой сделать и на нескольких площадках, в том числе и Инстаграм. Вот, так что это как бы обязательное условие. Вот, и еще тоже я еще не показывала, еще ничего не писала. Пришла мне туалетная вода, ну, такой пробничек от Yves Saint Laurent. Я вообще в шоке, но там это не на обзор, не на какое-то тестирование. Это тоже такая, такой бонус, не знаю, фишка. Нужно зарегистрироваться у них на сайте Yves Saint Laurent. И вы оставляете свой номер телефона контактный. И потом этот номер, так как вы ранее не регистрировались, то есть вы как новый пользователь, и этот номер потом участвует в каком-то розыгрыше, и либо он выигрывает, либо нет. Там розыгрыш, по-моему, каждую неделю или каждый месяц проходит. Ну, в общем, попробуйте, может быть, вам повезет. Вот так вот я зарегистрировалась просто, вообще ничего, никакой цели не преследовала, ничего покупать не собиралась там. И потом мне позвонили, сказали, что мой номер телефона выиграл, и мне пришлют вот эти вот туалетную воду от Yves Saint Laurent. Вообще, конечно, прикольно. Даже пробничек у него, ну как, от Yves Saint Laurent, насколько я знаю, довольно-таки дорогой парфюм. И, в общем-то, приятное такое, приятный подарочек, сюрприз. Вот, в общем, такой немножко болтологический влог, как всегда, у меня получается. Но я просто хотела сказать, что постепенно возвращаюсь. Спасибо всем за поддержку. Вот, и сейчас вот еще одна посылочка пришла. Покажу вам ее размеры. Вот, может быть, распакую. Покажу, что внутри, что я заказала. Заказывала за свой счет. Это не для рекламы, не для обзора никакого. Все за мои кровно заработанные. Вот, взяла для дачи там кое-какие штучки, там для какие-то такие нужные вещи, которые я давно хотела, а тут они по доступной цене довольно-таки смешной. И еще взяла, давно хотела, давно мечтала, не знала вообще, как, что, чего. А тут просто подвернулась саму сушилку для овощей и фруктов. Вот, и сейчас просто такой повал. Кругом продаются эти сушеные всякие фрукты. И это прям вот чипсы из фруктов. Это прям сегодня, сейчас такой бум. И мне кажется, как раз в тему получится. Вот, еще сейчас тоже такая новость, прям много новостей сразу, долго у меня не было, да, и сразу много новостей. Хочу заказать мини-теплички, вот, я все выбирала, думала, может быть, одну большую, но, в общем, решила две маленькие заказать, покажу вам, когда привезут. Вот сейчас пойду, буду заказывать. Я их уже выбрала, уже они в корзине у меня лежат, но еще я их не оплачивала. Вот, так что сейчас пойду заказывать. Потом я покажу. Специально выбирала маленькие, то есть они низкие, такие, высота у них, по-моему, около 80 сантиметров, ну, что-то такое. Может быть, чуть поменьше. Вот, и они, по-моему, у них в народе называются хлебницы или что-то такое, ну, на сайте. Ну, еще как-то типа лотос или что-то такое. В общем, фишка в том, что они как бы прямоугольные, а верхушка у них вот так полукругом. И получается, что открывается вот эта створка полукруглая в одну сторону и в другую сторону. То есть можно подойти с двух сторон, открыть с каждой стороны, не тянуться, в общем, удобное. Вот, и я, в общем, думала, какой брать
усиленный поликарбонат или обычный. Ну, в общем, решила, что, наверное, обычного мне вполне хватит, потому что на зиму я их оставлять не планирую. Я их буду, наверное, разбирать. Не хочу рисковать. Ну, сломается, там снегом проломит это все. У нас вполне вероятно. Поэтому вот так вот. Ой, наболтала уже много. В общем, ладно. Я возвращаюсь. Постепенно будут появляться видео, может быть, не часто, но по мере необходимости, по мере возможности, может быть, какие-то отчеты у меня еще висят по косметике, которую присылали, и как-то вот все не до этого было. Вот, в общем, еще раз спасибо всем, кто поддерживал. Мне это очень ценно. Ну, благодарна всем за поддержку. Даже если она не выражалась в словах, а просто какая-то заочная была. И буду рада, если поучаствуете в вопросе и проголосуете либо так, в зависимости от половой принадлежности. Вот. Всех рада буду слышать, видеть в комментариях. В общем, увидимся скоро-скоро. Как всегда, до новых встреч. Пока.